Новая винтовка полуавтоматическая. Упор для большого пальца. Надо потренировать, позажимать. Слева, справа со вторым. Ну да, это получше. Намного легче. Короче, красная. Как она называется? Уменьшенная рукоятка. Еще я хотел новую машину. Говорят, она быстрая. О, тело. По СКС, что-то между СКСом и миником. Стрелять неудобно. Хотя бы с этим иксом. Не, я вообще не попадаю. Сейчас сменим позицию. Надо байк забрать. Я не понял, она что, уже с пламегасом?
человека видел. Справа от меня. Поднимается гору. А тут уже занято. Разблат. Вижу. Ну, это нормально. Хиляется. Что-то сильно бьет. Есть. Готов. Так, снаружи забежим. Дамаг хороший, а так стрелять не очень приятно. С миника вроде получше будет. Где там еще один? Снизу убили его. Я боюсь. Козлина. Испугал меня. Фух, чуть не обосрался. Тело ползает там.
Да умрешь ты уже, блин, терминатор. В третьей каске, в зензропе. Хиляйся. Посмотрим тебе. Надо убить колесо. Блин. Виктор. А, один на втором этаже, один на первом. Он, видно его. Фига себе. Ну чё, для первой катки ничего, четвертое место, 116 дамага, потестировали, так сказать, новое оружие.